Друзья, привет! Сейчас я буду готовить очень серьезное блюдо, которое доверили мне. Это горячие бутерброды. Мы уже все подготовили, порезали хлеб, нарезали вот колбаску. Колбаска это у нас краковская, ну, довольно-таки неплохая. Сырокопченая, можно взять какую-то другую. Вот, со старта мы начнем с кетчупа. Возьмем вот кетчуп, это любимый Кристинин кетчуп Хелманс. Она с детства его любит, поэтому не проходит рядом и не может взять ни одну банку Хелманса. Так, и добавим сейчас это. Ну, у нас будут такие разные. А здесь у нас идет соус совместно типа с майонезом. В общем, добавляете столько, сколько вам нравится. Нам нравится немножко. Вот примерно так. Так, теперь это все аккуратненько размазываем. Чик. Я думаю, такое блюдо, если его так можно назвать, в любой семье поедается за обе щеки. И трезвенниками, и язвенниками, так сказать. Мы, если честно, бутерброды такие регулярно едим. Ну, кстати, последнее время что-то не очень часто, да? Угу. То мы одно время ели вообще регулярно их. Представьте, как мы выглядели тогда. Я вообще весил 100 килограмм. Так, есть. И теперь ложим сюда колбаску. Вот мы ее нарезали уже. Очень плохо на ней шкурка почистилась. Будем дочищать потом. И все вот так вот красиво, аккуратно вылаживаем колбаской. Очень легкий рецепт, даже я могу с ним справиться. Со своими невеликими кулинарными способностями. Так, теперь мы решили сразу положить сюда помидор. У нас стоял вопрос, ложить сыр или помидор, но пришли к тому, что положим сначала помидор. Вы напишите, если знаете, как лучше будет или как правильно, помидор или сыр, или сыр, или помидор. Так, есть, вот. И теперь ложим сыр. Сыр мы берем, посолить надо, точно, спасибо. Немного. Немного соли. Что за соль, непонятно. Так. И теперь сыр. Сыр, видите, берем сразу порезанный, очень удобно. Не надо самому резать. Напрягаться вообще не надо. Кстати, чтобы вы знали, я недавно услышал, что люди в Америке едят дома, точнее, ну, люди, которые едят дома, это богатые люди. А у кого нету денег, они едят в там, ну, в забегаловках, типа Макдональдса. Вот такие дела. Так что нам с вами повезло. Мы живем в том обществе, где домашняя еда очень полезная и недорогая. Так как в заведениях кушать что? Очень затратно, особенно если по 3-4-5 раз в день. Поехали в духовку. Значит, духовка 10 минут 200 градусов. Вот. Ну, сейчас я все доделаю и поставим в духовку. А вас не будем задерживать. Торжественный момент. Пиво уже охладилось. 10 минут. Чай. Вот так всегда. Хотел выходной день пива, а мне чай, ребята. Что поделать? Такая жизнь замужняя. Правильно говорить. Ладно, я пошел, мне такое, что в Инстаграме надо. Какой Инстаграм? Давай колбасу складывай. Да сама сложишь. Дима, быстренько. Кто начал, тот и заканчивает готовку. И колбасу. Друзья, и так готово. Я пока это туда-сюда искал эти прихватки. Прихватки не нашел, взял полотенце. Маня, сиди, не двигайся. Батя готовит. Так. И вот они, смотрите, какие красавчики. Ё-моё.
Я даже не ожидал, что они так вокруг помидора пройдут. То есть очень красиво. Блин, сейчас будем пробовать. Давайте, еще секундочка. И бежим к столу. Не переключайтесь. Какой тебе? Ну, я буду вот такой и такой. Два сразу? Ну, конечно. Давай хотя бы один пока. Сразу. Или два сразу ложить? Два сразу. Раз. Видите, как фольга свое дело делает, не прилипает. Два. А где мои разные соусы? Так же, вот они. Вот эти два? Ну, да. Раз. Слышите, что на заднем фоне идет? Кто знает то, что идет по телеку, пишите в комментариях. Так, два. Все, погнали за стол. И один мы сейчас вот этот разрежем. Красивенько. Друзья, итак, поехали, пока оно не остыло. Я потому что очень люблю еду горячую и свежую, прям с печи. Кристина знает, я всегда кипишу, когда я приготовил, она где-то долго ходит. Я начинаю нервничать. Блин, что-то не могу разрезать. Красиво? Или не очень? Ну, визуально такое, на вкус, знаешь, какое будет? Нереально вкусное. Давай попробуем. Смотрите, как мы в основном это все едим. Мы берем, получается, бутербродик. Есть табаско такой соус. Кто не пробовал, обязательно возьмите. Это очень крутая. Это американская контора. Они делают, на весь мир продают. То есть добавляете немного табаско. Он острый. Ну, в зависимости, кому сколько нравится. Так, есть. Вот, вот еще один есть острый. Ну, как бы пока хватит табаско. И пока горяченькое, употребляем его. Это нереально вкусно. Словами это не передать. Очень сочно. Табаско добавляет свою изюминку. В ресторане вам такое не подадут, друзья. И все это дополняет. Особенно красный жгучий перец. Горячий чай. С лимоном. Ой, колбаска краковская, так в тему, Кристинка. Чтоб чесночка можно было. Куда? А куда-нибудь сюда. Чеснок и так во всем едим. Ну все, друзья, пользуйтесь рецептом. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Ставьте колокольчик. А мы посмотрим, кого больше, лайков или дизлайков. До новых встреч.